Российские военные доставили лекарства для онкоцентра в сирийской Латакии. Это единственный онкоцентр, который продолжает свою работу на территории страны, несмотря на атаки террористов. Наши специалисты Центра по примирению враждующих сторон привезли в медучреждение 300 килограммов жизненно необходимых лекарств. Чеширинская больница является центральной в Латакии, при этом она обслуживает большое количество людей, приезжающих со всей Сирии. По словам главврача, пациентов из других городов и провинций в разы больше, чем местных. Обслуживание бесплатное, операции и лечение проводятся за государственный счет. Данная акция готовилась очень долгое время. Препараты термолабильные, требующие особых условий хранения, поэтому доставка требовала определенных сложностей. Использовались термоконтейнеры, использовалась специальный способ перевозки. Но я надеюсь, сегодня все прошло успешно. Препараты были доставлены по адресату. Это порядка 300 килограмм, 16 коробок. Я надеюсь, они помогут людям, которые страдают здесь, в Сирии, онкологическими заболеваниями. Как заявил главврач больницы Монир Усман, который принимал у российских военных жизненно необходимый для его пациентов груз, такие онкологические препараты не производятся в Сирии. Закупить их в Европе у больницы нет возможности. Страна находится под санкциями. Ежедневно центр обслуживает около 200 пациентов без поставляемых лекарств. Ситуация для многих была бы безнадежной. Спасибо друзьям в России и врачам, которые работают на авиабазе Хмеймим, за то, что они поставляют нам лекарства. Это уже не первый раз, когда они привозят необходимые препараты. В Сирии такие медикаменты не производятся, их приходится закупать за границей. Но так как сейчас наша страна находится под санкциями, мы очень много лекарств просто не можем купить.